Кассета четвертая. Из области таинственного о душе. Страница 329. Способность человеческого духа влиять на свое тело. Критический взгляд на эволюционную теорию. Математика с совершенной точностью доказывает нам, что между 100 миллионами лет и 1/100 миллионной секунды нет никакой разницы при сравнении этих величин с вечностью. В высшей математике доказывается, что даже параллельные линии сходятся в бесконечности. Постичь это нам трудно. Но неумолимая математическая логика побуждает нас это допустить. И как часто, как необходимы эти допущения, когда мы становимся лицом к лицу с теми непонятными для нас словами, каковы вечность, бесконечность. В этот безбрежный таинственный океан многие бросаются, очертя голову. И лишь изучение того, что Гумбольдт назвал космосом, всего красноречивее убеждает нас, что если мир так божественно прекрасен и в великом, и в малом, то не может же быть, чтобы и мы, разумные существа, появились на Земле случайно. Зачем же нам быть утопленниками в этом безбрежном океане вечности? Но вернемся к Дарвину. Пусть наша Земля и все на ней живущее развивались миллиарды лет, но в деле мироздания миллиард лет не более 1/1 миллиардной доли секунды. Многим это покажется величина невероятную, даже нелепою. Однако, сочтите, сколько верст проходит в секунду света или электричества? И в какую долю секунды 1 версту или вершок? И тогда вам станет понятна 1/1 доля секунды. Если допустить существование Бога, а это будет видно из дальнейшего, то совершенно непонятным является, зачем же надо было торопиться Богу, который располагает целой вечностью, и перед которым 1 наша земная секунда равна нашим же земным миллиардам лет. Перейдем к возражениям более специальным. Дарвин говорит, что одни виды путем эволюции произошли из других в течение долгих лет. Допустим, что это все верно. Но что же из этого следует и может следовать? Да ровно ничего. Пусть слон произошел от мыши или крысы путем эволюции, длившейся, положим, 100 миллионов лет. И что же мы можем сказать на это? Одно, и пусть себе слон происходит от мыши, нам-то какое до этого дело? Важнее вопрос о происхождении человека. Дарвин здесь роднит нас и с обезьянами, если хотите, даже с пресловутой протоплазмой. Родня не особенно приятная, однако ничего страшного тут нет. Ведь все тут сводится лишь к нашей материальной организации. А она, увы, очень неказиста и мало чем отличается от организации животных. Жаловался блаженный Августин. Inter facies es urinam nascimur. Земля иси в землю отыдешь, и вот последнее напутствие православной церкви умершим. Очевидно, что нам нечего стыдиться родни, хотя бы даже и с обезьяной, если только вспомнить слова Библии, сотворил Бог человека из земли и вдунул в лицо его дыхание жизни. Вот в этом-то божественном дыхании жизни и состоит вся суть человеческой жизни, а не в той бренной оболочке, которая одинакова с оболочкой самых гнусных гадов, но в которой мы должны существовать
и проявлять свое существование. Теория Дарвина чисто практическая и условная. Разве не дарвинисты, все наши коннозаводчики, садоводы, световоды, сельские хозяева? Чистейшие дарвинисты. Они строго охраняют породу, выводят новые разновидности плодов, гибридные цветки и так далее. Говорят, что все эти новые разновидности имеют наклонность возвращаться к первоначальному типу. Но для того, чтобы это уверение считать за факт, мы попросили его произвести эти опыты в течение, например, 100 тысяч или миллионов лет. Почем знать? Быть может, новые разновидности настолько закрепились бы, что они стали бы возвращаться к типу. Но не все ли равно, если бы они и возвратились? Пусть медведь, положим, происшедший от собаки, снова превращается в собаку. Какая в том беда? Было время, когда на Земле атмосфера была обильна углекислотой, и тогда Земля была покрыта роскошной растительностью. Возвратись в прежние времена, будь прежние условия, может вернуться и прежняя жизнь. Законы природы неизменны, и никогда не бывает здесь ничего, что противоречило бы им, согласно данным условиям жизни. Смешно было бы требовать, чтобы, если бы на земле исчезла вода, рыбы стали пастись на лугах. Жизнь меняется, соответственно, изменению условий жизни. Не в дарвинизме, а вот в этом именно вопросе о жизни и заключается суть дела. Если мы происходим от обезьян, это еще не особенная беда. Было да прошло. Эти вопросы издавна занимали умы мыслителей. Известно мнение Сократа. Если, говорит он, есть жизнь за гробом, то нечего бояться этого человеку с чистой совестью. Если же смерть есть вечный сон, то чего же лучше? Разве часы сна не лучшие в нашей жизни? Вполне ясно, что если нет загробной жизни, если со смерти мы превратимся в ничто, то и жизнь не представляет решительно никакого интереса. Вечный безмятежный сон, конечно, гораздо приятнее тех треволнений, которые нам постоянно приходится переживать. От этого вопроса не может избавить нас вопрос даже о бытии Бога. Пусть Бог существует, но если для нас жизнь кончается без поворота со смертью нашего тела, то не все ли нам равно, есть ли Бог или же нет Бога его? Однако вопрос о существовании души человека и загробной жизни тесно связаны с вопросом о Боге, которого мы представляем как существо всемогущее, всеведущее, всеправедное, вездесущее. Если такого существа нет, то не может быть и вопроса о существовании человеческой души, никогда не умирающей. Из этого отрицания может быть сделан лишь тот вывод, что все составляет результат лишь случайного сочетания гипотетических атомов. А в таком случае лучше не жить, чем жить случайно и бесцельно. Отрицание существования души и Бога имеет еще более важное социальное значение. Тогда были бы совершенно нелепыми старания сообразоваться с какой-то там этикой, с какими-то требованиями нравственности. Зачем бы все это было? Почему не убить человека, если я уверен в том, что это выгодно для меня и что это все сойдет мне с рук? Да если и не сойдет, чего же проще? Запастись несколькими гранами, например, стрихнина, чтобы избежать полагающихся по закону кар. И при всем этом никакого риска. Если я совершу преступление и буду не открыт, хорошо. Если пасечаяние все раскроется, приму стряхнины и без всяких неприятностей отправлюсь в область небытия. И удобно, и спокойно.
гипотетический альтруизм, гуманность и так далее при отрицании Бога бессмертия души не имеет никакого смысла. Напротив, став на эту точку зрения, мы неизбежно должны прийти к тому же заключению, к какому приходил один римский император, выражавший желание отрубить голову всему человечеству, если бы только у него человечества была одна голова, а не у каждого человека отдельно. И это было бы благодеянием, лучшим выражением альтруизма, так как избавило бы человечество от совершенно бесцельных страданий, а равно и от столь же бесцельных наслаждений. Не правда ли, было бы гораздо разумнее, сколь можно скорее прекратить это толчение воды в ступе, и величайшими благодетелями человечества пришлось бы признать разбойников? Кто же делает поправки к этому мрачному мировоззрению? Эти поправки дают нам естественные науки, изучение коих ставит нас лицом к лицу с очевидными противоречиями. Не отвлеченные, фактически ни на чем не обоснованные рассуждения убеждают нас в том, что все мироздание есть чудо из чудес, а именно естествознание, здравая философствующая мысль и богословские науки. Ранее естествознание приводит каждого мыслящего человека к этому выводу. Естествознание, точно удостоверяющее разумность мироздания, также точно удостоверяет и то, что наша жизнь не случайна. Мы, естествоиспытатели, во всякую секунду, при самых совершенных способах исследования, убеждаемся лишь в том, что мы по существу ничего не знаем, кроме того, что мир устроен хорошо. Отметим также, что именно естествознание всего более научает нас быть скромными, несмотря на все успехи, достигнутые так называемыми «точными» в кавычках науками, особенно за последнее столетие. Математика, как известно, считается самой точной наукой, и однако стоит только взглянуть на высшую математику, как перед нами является ряд загадок. Вот, например, кажется вполне ясно, что две параллельные линии сойтись не могут. Однако математики доказывают, что и параллельные линии обязательно сходятся в бесконечности. Знак последний, бесконечность, сильно путают самые хитроумные расчеты. Если мы будем пользоваться телескопом, приходится убедиться, что весь наш земной шар в сравнении со Вселенной представляет собой пылинку, столь ничтожную, что о ней даже и говорить почти не стоит. В самом деле, даже какой-нибудь микроб, видимый в микроскоп, при увеличении в 600 и более раз соизмерим с земным шаром, ибо все-таки, хотя этот микроб измеряется микромиллиметрами, а Земля милями, но каждая из этих величин точно, и между ними можно делать сравнение. Между тем, астрономия показывает нам, что наши земные понятия о пространстве несоизмеримы с мировыми, ибо предельное не может быть соизмеримо с беспредельным. Расстояние до Сириуса теоретически исчислено в 58 5 по 3 0 миль. Об этом расстоянии мы можем иметь гораздо меньшее представление, чем о микромиллиметрах, коими измеряются микроскопические инфузории, переносящие нас в мир микрокосмоса. Допускаемые химики дробление материи лишь на атомы совершенно условно, ибо наш ум не может представить себе такой величины, которую нельзя было бы еще разделить. Не менее сложный вопрос о времени. Мало того, здесь путаница еще больше, ибо у нас нет вполне точного мерила времени, нет аршина. Есть ли разница между миллионом лет и миллионной долей секунды?
Математика точно доказывает, что тут нет никакой разницы, если при сравнении ввести знак «бесконечность». Еще более неприятности причиняет недостаточность нашей организации, несовершенство ее и наших чувств. А ведь только чувства и дают нам материал для рационалистических суждений. Однако, насколько наши чувства несовершенны. И вот получается результат, на первый взгляд, могущий показаться странным. Одни десятки лет тратят на изучение микрокосмоса, другие столько же лет занимаются медиакосмосом, мир, как он представляется нам, сообразно нашим чувствам. Третьи исписывают цифрами томы и переводят в стопы бумаги, изучая макрокосмос. А что же в конце концов? Ровно ничего. Мы лишь узнали много новых фактов, но не их смысл. Как и прежде, когда методы исследования были совершенно примитивны, и ныне много естествоиспытателей по-прежнему задаются тем же вопросом к природе. На проклятые вопросы дай мне прямые мне ответы. Весьма интересно отметить изменение общего настроения естествоиспытателей, я разумею, не верхоглядов, а действительно сведущих лиц. «Разъединяй и властвуй, и в единении сила» — вот два девиза, разделяющие не только политических, но и научных деятелей. Что же мы видим в науке? Одно стремление к единению. Теория всемирного тяготения объединяет множество явлений, но не особенно давнего времени, не имевших объяснения. Химические теории также весьма интересны, напоминая старый вопрос о пресловутом философском камне. С одной стороны, открываются новые элементы, вроде новой составной части воздуха, кроме кислорода и азота, аргона. С другой стороны, все более проявляется и другой взгляд, что материя имеет единство, и что число так называемых элементов все более будет не увеличиваться, а уменьшаться. Некоторые фантазеры доходят даже до предположения, что все в конце концов сведется к одному элементу, разнообразные сочетания и комбинации коего составляет весь видимый нами мир. Если бы такие, первоматерия такая была найдена не теоретически, а практически, то и вопрос о философском камне решился бы весьма просто. Интересно, что о таком решении вопроса о философском камне ныне мечтают не средневековые схоластики, а патентованные ученые. Но еще интереснее, что естествоиспытатели теперь и на самый смысл жизни стали смотреть иначе. Для доказательства этого я позволю себе привести несколько выдержек из статьи одного из известнейших русских ученых, профессора Харьковского университета, Иринарха Полихроньевича Скворцова, под заглавием «Борьба или мир управляет жизнью и всем миром». В настоящее время, пишет профессор Скворцов, в науке и жизни сделали из борьбы за существование какой-то культ. В таких случаях очень легко сами по себе верные мысли и воззрения доводятся до абсурда, до нелепости, вроде, например, борьбы за существование среди миров Вселенной. Однако, чтобы не злоупотреблять словом, нужно точно определить связываемое с ним понятие или представление. Что такое борьба? Борьбой мы называем такое деятельное, взаимное соотношение двух или более предметов, которое клонится к вытеснению одного из них другим, обладающим какими-либо преимуществами, с большим или меньшим подрывом, а то даже и с полным уничтожением существования первого. Что же мы видим в природе? Видим, что в ней все созидается, видоизменяется и поддерживается не борьбой силы вещей, а их взаимодействием вообще, которое часто сопровождается и разрушением. Но сущность дела не в отрицательной, а в положительной стороне последнего, то есть не в разрушении, а в созидании, не в соперничестве, а в содействии.
не в борьбе, а в согласии, в содействии, силой и залог существования всей природы, всей жизни. Сопротивление, препятствие, столкновение, борьба – это неизбежные явления в мире и жизни, но они мешают, они способствуют движению и специальному развитию жизни. Борьба за существование есть вторичное явление в области жизни. Она прежде всего зависит не от качества, а от количества жизни, и на том же количестве существенным образом сказывается ее влияние. Борьба – явление внешнее для жизни, которое может лишь подать повод ко внутренним изменениям, само не производя их и даже имея лишь условное влияние на их направление. Но каждый шаг, собственно, в развитии жизни, каждая новая форма правления, последней, есть следствие не борьбы, а взаимного содействия, взаимной помощи, сожития. Само это сожитие называется, вызывается тем же стремлением к самосохранению каждой живой формы, которая, по-видимому, ведет и к борьбе за существование, но только первое принадлежит к существенной внутренней стороне жизни, а вторая – ко внешней. Наше духовное развитие основано не на борьбе впечатлений, представлений или понятий, стремлений или желаний, а на созидающей деятельности ума и сознательного чувства. Борьба родит ожесточение, разжигает страсти, которые затемняют ум и извращают волю, и тем, очевидно, не повышает, а понижает уровень душевной жизни. Поэтому человечество в лице своих отдельных представителей, единичных лиц и целых обществ, подвигалось вперед делами, словами, мыслями не вражды, ненависти, укоризны, а согласия, любви, прощения. Все, что приобретено человечеством доброго, приобретено миром и любовью. Что всегда и везде вызывало и вызывает наиболее споров, вражды, борьбы и вообще раздоров между людьми? Нетерпимость в мысли и чувстве, порабощение в духе. Что подарило человечеству нетерпимость мысли? Может быть, на 100 заблуждений одну истину и подавленность отупения ума. Что дала человечеству нетерпимость чувства? Ссоры и споры без конца, вынужденный мир и извращение, иногда чуть не гибель духовного нравственного чувства. Что является следствием порабощения человеческого духа вообще? Тайное и явное недовольство собой и другими, не только в среде порабощенных, но и в среде поработителей. Живя в таком недовольстве и будучи пропитаны им, люди не замечают всей великости и постоянства этого зла во всех путях своей жизни. Всеобщность его в человечестве так велика, что нашлись люди, которые на нем, на этом зле, строили и строят не только прошедшие, но и будущие судьбы людей, и даже судьбы всей жизни, чуть не всего мира. Что дает каждому отдельному человеку происходящая в нем борьба чувств, мыслей, желаний? В известных границах борьба приносит пользу, как упражнение духа. Но когда она излишне продолжительна и напряженна, то следствием ее является неустойчивость, разочарование, отчаяние, создавшее древний фатализм и новейший пессимизм. Только умиротворенный внутренно человек представляет деятельную гармонию духовных сил, полные мысли и чувства. Нет в таком человеке почвы ни для недоверия к себе и другим, ни для безучастного равнодушия. То же, что отдельный человек представляет и целое общество людей, где умиротворенность выражается в том, что отдельные его члены и группы взаимно поддерживают друг друга, сочувствуют, содействуют друг другу. Но это чуть не идеал, едва достижимый.
в мире человеческом и теперь постоянно стремятся к борьбе во что бы то ни стало. В нем чуть не каждый человек, каждое общество, государство, каждый культ, каждое учение считают себя лучше и выше других и стремятся всеми силами подчинить других своей воле. Эта гордыня духа есть следствие распущенности, необузданности, духовной слепоты, нравственного идиотизма. Словом, это отрицание основного жизненного мотива, выражаемого афоризмом «в единении сила». В нем же, в этом единении, самый смысл жизни во всех формах ее правления, проявления, а тем более в наивысшей ее форме, в человеке, этом образе и подобии Бога, который, по выражению Иоанна Богослова, есть любовь. Итак, мы видим, что взводимые на естествознание обвинения лишены оснований. Мало того, атеизм создан отнюдь не естествоиспытателями, что доказывает история. Все разрушительные теории имеют в своей основе отрицание бытия Божия и составляют неизбежный вывод из атеизма. Но мы видим, что именно естествознание доказывает необходимость Божьего бытия, а следовательно является врагом всех разрушительных теорий. Вера и наука не враги, но подруги и союзницы в общем деле. Доктор Лубаковский, «Русский листок», 1900 год, номер 33. Глава 19. Способность человеческого духа воспринимать внушение. Направление внимания определяется двумя группами причин. С одной стороны, внешними впечатлениями, передаваемыми органами чувств. С другой, внутренним содержанием сознания, представлениями, проникнутыми сильными чувствами. В первом случае говорят, что внимание привлекается невольно. Во втором, что оно направляется на данные представления по произволу самого лица. При обыкновенных условиях, а следовательно в обыденной жизни, оба фактора всегда действуют попеременно. Иногда внимание наше помимо воли привлекается внешними раздражениями. Иногда же мы по произволу направляем его на свои собственные мысли или наблюдения и углубляемся в них. Опыт доказывает нам, что в этом отношении существует большая индивидуальная разница. Одни очень мало владеют своим вниманием, и потому оно у них привлекается внешними раздражениями. Так бывает у детей, у дикарей. Произвольное направление внимания всегда зависит от содержимого сознания индивидуума, то есть от состава мыслей и чувств, которые дают вниманию то или иное желательное направление. Чем менее данных для этого в содержании сознания, тем менее может быть речи и о произвольном управлении вниманием. У ребенка вся деятельность внимания непроизвольна. Если ребенок заплачет о чем-нибудь, то не перестает до полного утомления или пока его внимание не перейдет на другие предметы. Содержание своего собственного сознания ребенок не находит материала для подавления аффекта. Если же извне явится представление противоположного характера, то он не может сохранить существующего настроения, и плач сейчас же перейдет в смех. По мере развития ребенка и обогащения его сознания, способность произвольного управления вниманием увеличивается. Наибольшую противоположность ребенку мы имеем в зрелом, образованном и рассудительном человеке, внимание которого только изредка поглощается внешними раздражениями, и то только в тех случаях, когда эти последние слишком сильны, или когда он допускает это по своему желанию. Чем меньше власть человека над его вниманием, и чем чаще и сильнее им завладевает внешнее впечатление,
тем больше его восприимчивость к внушению. Внушением же называется внешнее раздражение, вторгающееся в сознание и с особой силой приковывающее к себе внимание. Таким образом, дикари и дети особенно восприимчивы к внушению, то есть особенно чувствительны к раздражениям, идущим из внешнего мира. Чем, напротив, богаче и разнообразнее содержание духовной жизни человека, тем менее влияние имеет на него внушение со стороны. Итак, способность воспринимать внушение есть нормальная способность, более или менее присущая всякому человеку. Так как произвольное управление вниманием требует волевого акта, а непроизвольное сосредоточение его происходит без усилий со стороны индивидуума, то всегда бывает легче отдаться во власть внешних влияний, то есть подвергнуться внушению. Вследствие этого восприимчивость к внушению у детей разлита в высшей степени. С течением лет она уменьшается, но никогда не покидает человека вполне. Из всего сказанного о внушении мы легко можем понять и самое его действие. Если внимание приковано к какому-нибудь одному представлению, то ничто не проникает в сознание извне, кроме того, что прочно ассоциировано с этим представлением. Таковыми могут быть другие представления. Движения или органические изменения. Поэтому внушение может иметь последствием возникновения определенных состояний сознания или вызывает соответственное движение и поступки или, наконец, изменения в организме. Тот или другой эффект зависит от природы внушения. Впоследствии мы увидим, при каких обстоятельствах наблюдается то или другое действие. А теперь необходимо исследовать факторы, так или иначе влияющие на способность воспринимать внушение. Каждый человек, не живущий в полном одиночестве, испытывает наибольшее воздействие на все свои мысли и дела со стороны других людей. Поэтому способность к восприятию внушений всего яснее выражается при сношениях с людьми, что, конечно, не исключает влияние и других природных явлений. Проходя в жаркий летний день мимо прозрачного ключа и слыша его журчание, мы, наверное, почувствуем жажду, хотя бы перед тем и не думали о питье. В этом случае вид ключа действует как внушение и побуждает нас к известным действиям или, по крайней мере, рождает известные желания. Головокружение, испытываемое многими лицами на большой высоте, есть также следствие внушения. Вид пропасти возбуждает представление о падении в нее и может сделать его настолько интенсивным, что на самом деле повлечет прыжок с высоты. Поэтому поэты недаром говорят о влекущей силе бездны. Всего отчетливее это чувство выражается там, где нет перил. Проход по узкому карнизу над пропастью для многих совершенно невозможен. Если же на высоте груди человека протянуть шнурок, хотя бы настолько слабый, что он не может выдержать тяжести человеческого тела, то головокружение исчезает. Шнурок действует как контрвнушение, вызывая чувство безопасности. Втягивающая сила бездны делается почти неодолимой, если следить глазами за падающим предметом. Такое действие, например, обнаруживается при наблюдении больших водопадов. В очень интересной работе «Внушение и гипнотизм в психологии народов» Столь пишет о Ниагарском водопаде. Вид огромной массы воды, низвергающейся беспрерывно с отвесной скалы в пучину, действует на многие умы, как чрезвычайно сильное внушение, так что только большим усилием воли они удерживаются от желания спрыгнуть в поток и унестись с ним в бездну. Одна швейцарка, с которой я разговаривал об этом предмете, уверяла меня, что чарующая власть водопада подействовала на нее при его посещении так сильно,
что ее спутник-мужчина только силой удержал ее от безумного прыжка. Эти примеры и многие другие подобные доказывают, что и явления природы могут действовать как внушение. Однако всего сильнее и чаще внушение исходит от людей, частью через поступки, частью посредством слова. Пример заразителен. Значение человеческой речи на том именно и основано, что она более чем что-либо другое дает возможность влиять на поступки и мысли других людей и давать им определенное направление. Речь получила свое развитие специально для того, чтобы служить средством внушения, пишет Столл. Способность воспринимать внушение, как показывает опыт, колеблется в весьма широких размерах у разных лиц и по отношению к разным лицам. В одних внушения принимаются легко, другие оказываются совершенно бессильными, что главным образом зависит от чувств, которые мы к ним питаем. Всякие, проникнутые сильными аффектами представления, имеют свойство привлекать к себе внимание. Человек, бывший свидетелем какого-нибудь неприятного происшествия, весьма долго не может отделаться от тяжелого чувства, и многие говорят о нем до тех пор, пока это чувство совершенно не притупится. Когда мы наблюдаем тот факт, что остроумное слово в течение нескольких дней обходит весь город, то это явление имеет подобную же причину. Всякий, кто его слышит, не может удержаться, чтобы не рассказывать его дальше до тех пор, пока оно ему самому не надоест. Поэтому же и люди, сильно затрагивающие наши чувства, способны производить на нас сильные внушения, тогда как другие не имеют никакого влияния. Впрочем, не все чувства действуют в этом случае одинаково. Так как предрасположение к восприятию внушения зависит от непроизвольного прикрепления нашего внимания, то именно те ощущения, которые привлекают к себе внимание.